Жители дома 311 по улице Промышленности давно ждут ремонта дороги во дворе. Бордюры сравняли с землей, после дождей грязь все время оказывается на асфальте. И это не единственная проблема. Дождик пройдет, и там уже пройти нельзя. Лужи, вода стоит, стекол нет, вода по колено. Хоть это самое, дебы резиновые каждый раз сапоги. Проблемы, с которыми сталкивались каждый день, жители озвучили на слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором». Из первых уст власти узнали, на что обратить внимание в районе. Работа пошла быстрее с помощью общественных советов. Многие наказы жителей уже исполняются. Аэродром 98, завезена крошка. На сегодняшний день она там присутствует. Ее нужно, скажем так, довести до логического завершения, рассыпать на Гагарина 119. А обратились жители с установкой камеры видеонаблюдения с прилегающей территории возле детской площадки. Реформа местного самоуправления нужна была именно для этого – ускорить решение проблем в районе. Активные жители, общественники и власти, их общая работа приносит результаты. Вскоре самарцы определят, кому доверить заботу о конкретных территориях в райсоветах. Выборы 13 сентября. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.